что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно деялось на свете. Упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан сладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную землю в воздушных объятиях своих. Как полно сладострастия и неги малороссийское лето! Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа, когда тогдашний полковой писарь Голопуцек позвал к себе казака. Вот, наряжает тебя сам гетьман концом, сам отдаю царице. А бы только да не упала ты сама. Эх, ма, казаку служить нельзя. Загуляю, закручу я на три дня. Гуляка, и по лицу видно.
гуляй, моя душа, ты гуляй, гуляй, погуливай, душа, ты ходи, ходи, притоптывай, душа, знать, горилка была чужа, хороша, эх, эма, гуляй, гуляй, развернулся. Фу ты, какая пышная фигура! Подвернется какая-нибудь оторва, будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Эх, народец, душа гуляй, запорожец да и только. Что, хороша горилка? Ну, подставляй свою чарку. Песни умолкли, все тихо. Благочестивые люди уже спят. И только новые приятели, сговорившись не разлучаться, держали путь вместе. Ой,
знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Земля вся в серебряном свете, чудный воздух и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. Раз, за какую вину, ей-богу, уж и не знаю, только выгнали одного черта из пекла. Как же, кум, как же могло это статься, чтоб черта выгнали из пекла? Что ж делать, кум? Выгнали, да и выгнали. Как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла власть сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно попекли, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. И стал черт такой гуляка, какого не сыщешь меж парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в сынке. Земляк, да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да напечь? Перед вами нечего таиться. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Экая невидальщина. Кто ж на веку своем не знался с нечистыми? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах. Гулял бы, да в эту ночь срок молодцу. Эй! Не выдайте, не поспите одной ночи. Век не забуду вашей дружбы. Почему ж не пособить человеку в таком горе? Ха! Враг меня возьми! Если это не шинок. Да хоть бы в самом деле сатана. Что сатана? Плюйте ему на голову. Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мной. Будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос. Эх, ма, казаку тушить нельзя, загуляю, закручу я на свистя, а бы только догорилка мне была, чтобы... Ах, 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 ах,
Ну, добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ну, ей-богу, не пьян. Скорее дам я отрезать оселедец собственной головы, чем допущу черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться надо мной. Thank you.
Вот идет ты. О, голубчик, вот где ты. Это только пугает нечистая сила. Какая мерзостная рожа. Видишь, дьявольское место. Видишь, сатанинское наваждение. Надо бы было какому-то дьяволу, чтобы ему не довелось собаке поутру рюмку водки выпить, вмешаться. Эх, мака, закутужить нельзя. Одна только чертовская таратайка, разве проедет? Смазливые рожи. В другое время Бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. А теперь нечего делать. Нужно завязаться. Помогай Бог вам, добрые люди. К вашей милости пришел. Слыхано ли такое диво на хрещенном свете, что в гетманскую грамоту утащил черт? А когда пекло не близко, то и стянул коня. Сделайте милость, люди добрые. Расскажите, как примерно сказать попасть к ему на дорогу? Денег дам, сколько хочешь.
батюшки мои, попал чуть ли не в самое пекло. Ну, не приставай. Не совсем худо. Видно, дьявольская сволочь не держит постов. Что за дьявол? Что за пруд? Племя. Вздумали смеяться, что ли, надо мной? Ну, ладно. Шапку отдадим тебе. Только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня. Казаку? Сесть с бабами в дурня? Что прикажешь делать? Слушай же, если хоть раз выиграешь, твоя шапка, когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки, может, и света больше не увидишь. Давай, давай, крючок. Что будет, то будет. Хоть бы насмех один козырь. Дрянь такая лезет. Теперь я сам буду сдавать. А я ее по усам. Тап-тап-тап-тап-тап. Тап-тап-тап-тап.
По-вашему, это и козыри. Только по-нашему, нет. Что за девочка? Дурь, дурь, дурь! Проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодные. Что-нибудь да не так. Ишь, бесовское обморачивание. А ну-ка я перекрещу. Товарища. Дайте же мне какого-нибудь коня выбраться из гнезда вашего. Боже мой, боже мой.
Что за пропасть? Какие с человеком чудеса деются? Эх, мама, закручу меня. Эх, загуляю, закручу я на три дня. Мне теперь мешкать нечего. Виделся казак таких див, что стало ему надолго после того рассказывать.